Первыми на площадку вышли «Юность» и «Сибирь-2», «Итог» 2-3. А затем самые из самых юных, «Горняк» 14, дали настоящий бой мальчишкам из «Кристалла». И дело даже не в том, какой был зафиксирован счет, а победили первые 8-2, а в том, как забивались эти голы. Тут и игра на опережение, как у Максима Ельцова. И красные проходы, как Кирилл Драгунов. И отличное исполнение стандартов, как Роман Максимов. И даже как-то обидно, что мальчишки этой команды только внизу турнирной таблицы. Но обеих команд молоденьких горняков, наставник Василий Коншин, все еще впереди, будет хорошо. Тем более, когда в составе такие талантливые игроки. Они как раз в последнем туре и сыграли на мажоре две победы. Третий матч дня – «Юность-Сатурн». Особой борьбы не получилось. Серебряный призер и в этой игре подтвердил свой класс на данный момент и выиграл 10-2. А обладатели бронзы, команда «Тарзаночка», концовку смазали в заключительном матче. Играли с аутсайдером, командой «Горняк-13» и уступили 1-3. Единственный гол в составе девочек забила Александра Нестеренко. И вот что примечательно. Вообще-то она не основной вратарь команды. Обычно играет полевым игроком, как и было в этой встрече в первом тайме. А вот во второй половине Саша заняла место в рамке ворот. Те, кто видел матчи этих соревнований, знают, что удар у этой девочки поставлен как надо. Что она и подтвердила в очередной раз. Уже проигрывая 0-2, ее удар от своих ворот закончился приземлением мяча в воротах противоположных. Жаль, что это удалось ей только однажды. А вот в острой контратаке горняки за 4 минуты до финальной сирены сумели забить еще. И автором последнего гола первенства этого сезона стал Глеб Бабичев. В самом конце игры могли все-таки отличиться Тарзан, но сначала мяч попал в штангу, а затем и голкипер «Горняка-13» спас свою команду. В общем, для девочек это был не их день. Первенство, вызвавшее огромный интерес у болельщиков, завершено. Осталось назвать призеров. Третье место у команды «Тарзаночка» тренер Андрей Верчук. Второе – «Сатурн» тренеры Юрий и Маргарита Тен. Победителями первого первенства среди ребят 2013 года рождения и младше этого сезона стали мальчишки и воспитанники Артема Кузнецова из команды «Сибирь». Ну и завершим списком лучших игроков в каждой команде. «Кристалл» – Данил Бондарчук, «Юность» – Дмитрий Алексеев, «Горняк-13» – Александра Бубнова и Кирилл Драгунов, «Горняк-14» – Максим Ельцов, «Сатурн-2» – Ярослав Дьячук, «Сатурн» – Богдан Лукашев, «Сибирь-2» – Константин Аминов, «Сибирь» – Никита Дунаев и Владимир Гребенников. И в составе «Тарзаночки» – лучшая Алиса Кнырко. Будем ждать новых встреч. Анна Кириллова, Александр Иванов, Реа Ленинск.